Сегодня в 00 по московскому времени тормознем продажу наклеек на Honda Civic. Спасибо всем, кто их покупает. С каждой 1000 покупателей у нас призовой фонд добавляется 50 тысяч рублей. То есть на каждую новую 1000 50 тысяч. Если, например, покупок до 1000 не набирается, то среди этой 1000, соответственно, отдаем 50 тысяч тем, кто есть. Ну, грубо говоря, сейчас там феноменальные просто цифры, которые я даже не ожидал. Просто разорвали вообще, огромный вам респект. Разорвали нафиг сайт. Сейчас там 8 тысяч с чем-то, почти 9 тысяч. Так вот, если будет, например, 9 тысяч, там 50 человек, 9 100 человек, 150, то, соответственно, среди вот этой дельты от 9 тысяч одного человека до сколько купила, будут как раз отдаваться 50 тысяч рублей. Вот такая тема. Поэтому есть мотивация полтосик тоже выиграть. Так, ребят, это специальные технологии для дрифта, только никому не говорите. Как бы вот такое вот напыление. Николай, возможно, я хочу Хонду. Вы станете обладателем Хонды. Так сказать, залетаете в последние вагоны. Это хорошо. Николай напился нитропуэра и заказал наклейку. Это хорошо. Спасибо. Если что, ты сказал, в счет тебе потом писать, косарь. Дам прокатит. А, ну ладно, хорошо. Сделаешь канжа, если еще настоящий? Да. Мотор там? Слаб. Да. Все, и сам будешь ездить. Сам реально. Буду ездить, да. Вот ты. Я буду ездить, да. Я на самом деле рассматривал Хонду. Реально? Да, я искал, я почти нашел. И... То есть, скажи еще мечта детства. Нет, не мечта детства. Я смотрел много роликов, у них вот эти вот моторы К... Это самый бодрый, да, К-серия. Да, К-серия. К-20, вот, они К-24. Там крутятся там, в 9 тысяч. Я вот это хочу. Вот это хочешь, да. Ва-та-та-та-та ездить. Ладно, хорошо. Спасибо, что Николай поддержали. Ребята, буквально до конца продаж осталось 2 часа. Объявляю дополнительный приз. Это 30 тысяч рублей для того, кто купит последнюю наклейку. Кого таблица добавит последним. Стоп продаж у нас в 12, плюс еще несколько часов на формирование списка. Собственно, кто последний туда добавляется, тому на эфире отправляю 30 тысяч рублей. Это помимо всех остальных призов, которые у нас с каждой 1000 по 50. То есть первая 1000, вторая 1000 человек и так далее. Вот идет по 50 тысяч, всем буду тоже рандомайзером определять, потом отправлять. И вот этот дополнительный приз, это 30 тысяч рублей тому, кто будет последним в списке, кто купит, получается, последнюю наклейку. Сейчас тундра впервые увидела такую елку. Мне кажется, она к такому не готова, она ни разу мне не высвечивала ничего подобного. Там чеки были пару раз, но не более. Ну, индикатор шин, что у меня нет датчиков. Но чтобы вот столько, конечно, это реально для нее прикольно. Так, ребята, я придумал кое-что еще. Осталось буквально полчаса до конца продаж. И пятерым предпоследним, так как у нас Civic пятого поколения, я отправлю по 5000. Тот, кто окажется предпоследним пятерым в табличке. Последнему, как и договаривались, 30-ку. Вот так вот. Поэтому стоп продаж у нас в ноль. Кто хочет, залетайте на Steel of Store. Такая акция. Пытаюсь так, попасть в последние. Красава. Встретил подписчика. Уже не первый раз. Залетает. Опа. Так. Давай успевай. 2-0-0. Господа, всем спасибо. Продажи закрыты. Это было мощно, это было пипец как. Я на самом деле в шоке. Вот.
пару дней формируем, все добиваем. Если вдруг кто-то потерялся, ищем потеряшек, как обычно, если какие-то баги случились, но вроде как в этот раз багов не было. И тогда уже скажу буквально на днях, когда будет прямой эфир. Спасибо всем, кто участвовал. Следите за табличкой. Она как только перестанет обновляться, то вот в целом будете все видеть, все знать. У нас последний человек, купивший наклейку, получает 30-ку. И 5 предпоследних по 5-ке. Остальные все на рандом. Так же, как, конечно же, и Honda Civic. Естественно, все, кто купили, они участвуют в самом главном призе. Honda Civic плюс соточка на карман, на ход ноги, на обслуживание, на что угодно. Кто-то на S14. Я думаю, что за отчаянные на S14? Вообще-то это мой стилек, я хотел на S14. Но я еще не переобулся. А мы да.